Ион Филипп Корнеску. Сунт локуитор аурашилы чмишле. Иннумели тутуров. Чета ценилаш локуиторов аурашилы чмишле. Дацин воесем эксприм синчерле сентименте де рекуноштинце. Муцумири ши сусцинере ин тоате персоане кунумели Александру Ион Жосан. Как говорится, от имени и по поручению, Александр Иванович, разрешите выразить вам самые глубокие, искренние и душевные слова благодарности, признательности и чувства уверенности и нашу поддержку во всем, что вы делаете для нашего города. Вы, как начальник участка по реконструкции учреждения, которое указано на этом панно, вы делаете не что иное, как облагораживаете не только территорию, но вы создаете историю города Чмишле. Спасибо вам большое за то, что вы есть такой, какой есть. И от нас знайте, что всегда вы будете получать только поддержку и слова признательности. Поздравляем вас с днем рождения! Желаем счастья, здоровья, реализованных планов и, самое главное, пожелать вам творческих успехов, потому что вы творец, вы руководите коллективом, который строит. А стройка – это не что иное, как творение. Вы творите для нашего города. Желаем вам всего самого правильного, благородного, достойного человека с большой буквы, которым вы являетесь. Я знаю, о чем говорю. И это так. Вы по-настоящему достойны великих дел, больших признаний и исторических свершений. Спасибо, что вы облагораживаете наш город. Вы создаете наше будущее и историю города Чмишле. Я с Александром Ивановичем познакомился 2 месяца назад. И вы знаете, мое личное и пожизненное впечатление об этом человеке. Жесток, не жесток, а жесток. Цепкий взгляд. Всегда правильная речь. Держится уверенно. Контролирует себя и распространяет контроль над окружающей ситуацией. У меня такое впечатление, сложилось стойкое чувство, что я его знаю давно. А знаете почему? Он всегда корректен и предельно конкретен. Александр Иванович, будьте всегда таким. В Чмишле есть люди лучше вас, есть люди хуже вас. Но таких, как вы, в Чмишле я не встречал. Знаете, есть поговорки: дело мастера боится, а иной мастер боится дела. Нет, это не про Александра Ивановича. Вторая часть. Первая часть – да. Удар и слово мастера важнее 1000 других ударов и слов. Это про Александра Ивановича. Умение Бога славить, а коллективом править. Вот это про Александра Ивановича. Без толпов тын не ставится, и без руководителя дело не правится. Это точно про него. Мастер, руководитель не руками водить, а пример подавать. Александр Иванович всегда подает пример своим подчиненным. Он руководитель с большой буквы.
Я уверен, в его подчинении люди чувствуют себя человеками. Народу много, а людей мало. Начальником стать каждый может. А руководителем не каждому дано. Александру Ивановичу дано быть руководителем с большой буквы. Александр Иванович, спасибо за то, что вы делаете для нашего города. Вы муцумим фрумос, инкодат, это тот, чей че фачес петроран шумос. Шикрилин, с этим инкризуц, к нумеле дневастре Александру Ион Жосан, варамыни эн мемория локуиторилор орашу лучи мишле, пе мул, мул темп, каом, каре афаурит история очестой ораш. Хорошего мастера по ухватке видно. Мастер дела своего не боится ничего. Не учись Бога славить, а учись коллективом править. Руководить не руками водить, а пример подавать. Конкретный пример. Мастер дела своего не боится ничего. Без столбов тын не ставится, и без руководителя дело не правится. Про кого это сказано? Подсказываю. Правильно. Про нашего именинника. Про Александра Ивановича Жосан. Какая хлесткая и емкая фамилия. Жосан. Очень характерно. Подстать такому человеку, как Александр Иванович. Чтобы дело ладилось, нужно работать не 12 часов в сутки, а головой. Александр Иванович работает головой. Вот посмотрите. Ну разве такая красота могла бы быть возможна только благодаря проекту, инструментам, рабочим рукам, молоткам, шуруповертам, электропилам? Без чуткого, профессионального и искреннего руководителя, обязательно ответственного, как наш именинник Александр Иванович Жосан. Нет, такое не было бы возможно без такого человека, как Александр Иванович. Если пастух дурак, то и собаки дуры. Или, как говорится, если руководитель чайник, то и вся работа не что иное, как чаепитие. Нет, Александр Иванович, руководитель этого объекта, не чайник. Он руководитель с большой буквы. И на этом объекте происходит не чаепитие, а сплошная творческая работа. Уж кто-кто, а я в творчестве немного разбираюсь. Здесь не просто стройка, здесь творческая стройка. Ламулцан, Александр Иванович. Вы муцумим. Касунтец. Ашахум сунтец. Муцумим суарти. Кнефакут куноштинскот мне вастры. Ши вы прумите. Камерил путец конта. Без упорту. Ши сусцинеря нуастры. Адика ачимишли енилар. Урашу кэруя. Думне вастры. Аминажац. Очестый дефичу. Хороший мастер из печеного яйца живого цыпленка вытащить сможет. Эти слова сказаны про нашего именинника Александра Ивановича Жосан. Ламул цань. С днем рождения, Александр Иванович. Стоп, снято. Пока-пока. А нет. Здесь не чаепитие. Здесь настоящая стройка века происходит. Настоящая творческая работа. А насчет чая, Александр Иванович, и все, кто меня видит, добро пожаловать ко мне в гости. Кружки и вода моя. Заварка, печенье и конфеты ваши. Как говорится, мы имеем трошки только для себя. Добро пожаловать.
Чемишле всегда рада таким людям, как вы. Пока, 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 пока-пока. Ну все, пока, пока-пока.